Здравствуйте, дорогие друзья! Это хоббит-отшельник. Если к вам в землянку стали наведываться полевые мышки, то есть один замечательный и простой способ, как их переловить. Для этого вам понадобится только глубокая тарелка, желательно прозрачная, обычная прищепка бельевая и спичка. Нужно взять достаточно твердое печенье, отломить от него кусочек и вложить в прищепку. Примерно вот так. Далее нужно взять тарелку, разместить под краем тарелки прищепку, а край тарелки упереть в спичку, установленную серной головкой вверх. Это сделать не так-то сложно. При известном умении. Тренируйтесь, друзья. Вот так это выглядит в окончательном варианте. Готовность номер один. Вот и все, друзья. Ловушка готова, настроена и ждет гостей.